Свой визит в Рязанскую митрополию святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал с посещения храма в честь святого Иоанна Кронштадтского. Здесь он совместно с митрополитом Рязанским и Михайловским Вениамином и прибывшим на несколько дней экзархом Белоруссии Павлом совершил освящение новой церкви. Надо сказать, что помолиться к храму в честь Иоанна Кронштадтского в Гор-Рощу пришли сотни горожан. Церковь просто не могла вместить всех желающих, и для прихожан прямо на улице установили большие мониторы, на которых транслировалось богослужение. После совершения литургии патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что освящение нового храма – это большое событие для Рязани. Глава Русской Церкви отметил, что в каждом большом современном городе есть проблема недостатка православных храмов в микрорайонах, где живут люди. Согласны с этим мнением и простые горожане. Сегодня визит патриарха. Какие чувства у вас вызывает этот день? Вот до слез. Очень приятно. Мне кажется, это мы запоминаем на всю жизнь. Заходили на территорию, все смотрели, и нам понравился. Это наш район, тут будем. Отлично вообще. То есть насколько важен этот собор для Рощи именно? Ну, для Рощи как важно. Тут тоже много верующих ходят в церковь. Вот. А то ездить надо куда-то далеко, а это здесь рядом уже в своем районе. Прекрасный храм.